подкорректируем форму, уберем излишки влаги со стен. Видите, цвет начинает меняться. Заметили? Да. Отлично. Вазу похоже? Да. Зачем на вазе ручка? Это же кувшин. Это уже будет кувшин. Вы сказали сами вазу, значит будет ваза. Все. Поздно. Возьмем губку, ребята, с вами берем излишки влаги и снижения. Мы сделаем с вами вазочку такую, с узким горлом. Пойдет такая? Да! Отлично. И сейчас заужаем горлышко. Делаем все плавными движениями. Ну что, симпатичнее стало? Да! Кто там уже засыпает? А если я молчу еще?